да, Аид был танком когда-то. А Вулкан тоже был танком, ребят, когда-то. Держу в курсе. Наконец они... А, не, блин, я показалось, что сущит сюда поставили, а не телепортацию. Окей. Вулкан тоже был танком, да. Вулкан был танком, и ульт у него был этот... Он ставил две турельки, да, по-моему, тогда. Да. А у Гуана была ульта, как сейчас у Аматерасу. Когда-то. Ну, это на бета-тесте, по-моему. Нет, 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 серьезно. Нет, Гуан был воином всегда, но ульт у него был как у Аматерасу. Не знаю, покупать ли Одиссея именно ради скина РС. У меня на него их дохер... Да, они сейчас везде дохрена скинов. Я раньше тоже как-то пытался вот этой темой руководствоваться. Я, типа, ну тут у меня дохрена скинов. Типа, тут дохрена. А теперь сейчас дохрена их на всех. Как я промазал? Каждый патч по 5 квестов, на каждый квест дают по одному очку. Получит только скин на Ахиллес. Да, уже давно все почитано ребятами. При всех раскладах. Не-не-не, они не могли дать такой скин бесплатно. Как бы ты ни хотел его. Да и странно это было бы. Не понял, почему они страницы с квестами не сделали, как раньше. Ну, они типа визуал, видишь, поменяли, но не в лучшую сторону, я бы сказал. Просто видел в интернете старые билды, и Гуан там был с Макс Боркой, либо... Не-не, магом он точно не был. Может, конечно, что-то путаю. Я вижу ману, ребят, если что. А то вы подумаете, что я не вижу. Я ее вижу. Просто я бы не сказал, что она мне особо нужна. Какие статы компа? Есть в описании, по-моему. Там бот работает, нажми пока. Восклицательный знак пока. Вопросить, восклицательный. Но скоро видюха. Разве танком он был? Я не помню. Я помню ульт его. Нет, нет, на русском, на русском. Долго еще стрим будет? Ну пока идет, пока идет, пока играем. В паладинов хочу поиграть. Че, не работает бот, что ли, сломался? Че, мне бота там сломаешь? Может, с большой буквы? Ну посмотрите, там в описании есть. Короче, видяха 1050 Ti стоит, 16 гигов оперативы, i5 процессор 74 на 0. Так-то средненько. Вот в отпуске болеет. Да, странно, кстати, уже он не работает. Так. Наш братан поехал на базу. Я надеюсь, у него... Блять, у него телепорт. Это очень плохо. Я могу сейчас умереть. Может,
втекать. Да, вулкан был танком, ребят, был. Нормально, красивый скин, мне нравится. Он не тянет на Т5, конечно, он не производит какого-то такого впечатления грандиозного, как был Танатос. Ой, как все ждали Танатоса, это пипец. Как же дракона. Сейчас будет возможность. Я просто не знаю, как его показывать, если у меня камера залочена наверх не поднимается. Такой быстрый. Я тоже соберу потом этого берсерка. Нужно было, наверное, сразу просто собирать, да? Он уже с берсерком, да? Он уже с берсерком, да? Скажите, что нет. Да. Сейчас бы камера лочит. Она залочена с 2014 года стоит, еб. Я забыл про щит. Но я его тоже сейчас соберу. Не знаю, мне так удобнее, привычнее. Зачем мне вверх поднимать камеру? Она нужна только в двух случаях. Тора увидеть какой. По звукам чуть. Ну да, типа того. Это хорошо, это хорошо. Очень плохо, что их раздамажили так сильно, но что поделаешь. Музыка тащит. Спасибо, братан. Сколько этот щит имбовый, просто жесть. Я, блин, сейчас все продам, чтобы купить этот щит, отвечаю. Такой релакс-стрим. Сейчас, ребят, 5 сек. Здорово, оно, здорово. Так, короче. Может, через год вартует классический балетный. Не, не видел я, за дотой вообще не слежу. Почему я его не тяну? Какой бред, блядь.
Ой, блядь. Да это забей, Крипсон, это бывает у меня. An enemy was obliterated. Давай, иди нахер. Для многих все, кому за 30, уже бабули не идет. То есть я дедуля, да? А, ну мне еще за 30, ладно. Элан целен, потому что он хилится до 2% удар, хотя не должен так. Очень много видосов делают вот по дотерскому сообществу, блин. После того, как с ними в чате поиграют. Может тоже так поделать? Да нет, это понятно, это в каждой игре происходит, но не знаю, Дота как-то выделяется на этом фоне, в общем, так сказать. Жесть, 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 посмотри, что делаешь. Фу. Это жестко было, файт. Нормально, да, файт? Я тоже до этого много в Доту играл, ребят. Чтобы вы понимали. Первую. Как бы в новую Доту не так много. У меня там часов 800, по-моему, наиграно. Но это до того, как было, как я узнал про существование смайта. Первый. Не, ну это просто дота, дота, я не знаю как. Сейчас вторая дота, а то было просто дота. Да, которая с Warcraft идет, да. There is no better armor than this.
challenge me. Enemy mortal. Missing right. Be careful, middle. Be careful, middle. Behind You're pretty us, behind good. Us. Behind Just us. Just what I'd expect. Victory! Be careful, victory! Блин. Иди, братан. Тяни кого-нибудь. Блин, у нас хорошо Кали отыгрывает. Может, что и получится сделать. После смайта зашел и охерел, что персонаж может просто бегать в инвизе почти всю игру. Не знал, что это контр с вардами умирал. Есть такое, да. Be careful. Да я, наверное, по стандарту снайт начал, по-моему. Но сразу с АДК. Я любил стрелять, любил контру. Контру играть. Лол. Enemy ultimate down. Yes! Ultimate is down. Take them down. Enemy have been destroyed. Easy. Хорош. Хорош, просто что мы делаем, господи. Вот это жесткий был замес, да? Я вообще не отреагировал. Как вспомню, что покупал на ней йоду, на гидру сейчас ору. Да, все таки начинали всякую херню покупать. У меня начало было с Венерира и Белки. Я так и не понял, что мне выхилило сейчас, потому что я очень много урона получил, а потом как-то выхилился. On my way. Attack. An Attack. Ally will be remembered. Attack. Ultimate is down. Dragon Ball. You're pretty good. Just what I'd expect. Shot that killing spree. Да-да, я стукну по нему, господи. Он как начал играть на Эмире, искупал силу и хп. На всех АДК раньше собирал целиком и полностью одинаковый билд. Я только Артемида у меня выделял с другой сборкой. Мальчишка. Господи, какие же мы жесткие, я на 2 левела больше, чем этот. Так, что я еще собрать? Вот это. Эмир, кстати, мой второй герой, на котором я начал активно играть, очень сильный, достаточно простой танк, да. Это мой первый танк, который я докачал до 10 мастер левела. Потому что мне он нравился, да, прикольно. Харланг собрал Mystical Mail. Какой Mystical Mail? Куда? Он что, не видел, сколько катка идет, что ли? Rampage.
Сейчас люблю Куземба, Кумбакарна, Сабека. Да, они сейчас все... На самом деле, в этом сезоне, в пятом, я уже говорил как-то на стримах, танками гораздо интереснее играется. Сама роль саппорта как-то поинтереснее, что ли. Господи, какая у нас жесткая Каля, по ходу дела. У меня аж ФПС просел. У них что, ульт, что ли? Ну, не знаю, мне нравится на Артемиде играть. Артемида классно. Может, Феникса кто поможет бить? Динго даун. Просто в щи. Просто в... Лол. Жесткая катка. А знамя для пуша поставить. Ну, коммутатор люблю. У них утеры, блин, этот, да? Да, Егис, это просто жесть. Sorry for my start, да, братан, у меня тоже старт был хреновый. Спасибо за поддержку.